почему у домашних животных, кошек, собак, очень много проблем с почками. А потому что вы их кормите кормами, жареными и вареными. Вы думаете, вы вон какую-нибудь, неважно, любую марку назовем, известную, неизвестную, покупаете. Вы что думаете, они не жареные? Конечно, они же... Какие там минералы? Вы о чем? Так вот, пользуюсь, как говорится, моментом, и я скажу, что мы разработали и создали уже, он уже месяц как продается, уникальный веганский, и более того, первый в мире сыроедный веганский корм для кошек и собак. Первый в мире. И результаты такие, что через 3-5 дней у людей, у которых больные даже были животные, меняются анализы как минимум до верхних границ нормы. И врачи, ветврачи в шоке. Они говорят, если мы месяц еще увидим такие результаты, что это вот не чудо, а вот будет закономерность, мы будем сами первые, кто рекламирует и продавать эти корма. Аналога в мире нет, долго не будет. Чего мы только за эти 2 года, когда разрабатывали, мы год назад хотели прекратить, потому что это мы с такими трудностями столкнулись. У нас же там нет синтетических витаминов. Вы знаете, что, например, в любых веганских кормах, итальянских, английских, все равно там синтетические витамины. Мы справились с этой сложнейшей биологической и технологической задачей. Если этих кормить животным, не будут никогда они слепнуть. Вот женщина сегодня пришла, говорит, начались проблемы с глазами, кормила, назвала марку, не буду, очень дороже, чем наш корм. Она стала кормить вот недели две, ей хватило, у нее перестали быть, то есть проблемы со зрением у кошки, у собаки. Добрый день, у меня к вам просьба, вот вы сейчас тоже берете корма для кошек, а уже, наверное, второй раз, да? Добрый день, да, второй раз. Могли бы рассказать, какая реакция, почему, ну, то есть, что у вас как было по истории? Конечно, вот зная, что ярмарка, пауза будет, да, между ярмарками, мы сейчас берем 2 пакета больших, потому что Володя, мой муж, взял маленький, и я удивилась, с какой жадностью и удовольствием она его ест. Думаю, ну надо же, и я понимала, что у Фролова всегда уникальные вещи, товары. А мы как раз незадолго до этого водили кошку к ветеринару, потому что, кормя 7 лет кормом, у нее стали гноиться глаза и стала вырывать. И я не могла понять, почему вырывает, потому что она линейка такая широкая, и мы и такой, и сякой. Она у нас и стерилизованная, и не стерилизованная. И все равно у нее вот эта вот рвотная штука. Очень просто, штука. Потому что со временем, вот маленький, если есть где-то просчет, и есть хоть малейший дефицит каких-то минералов, витаминов, это потом вылезает на протяжении многих месяцев или лет, в зависимости от более качественной или менее качественной корм, но обязательно проявится в виде потери зрения к старости, онкологии, язвы, и это всегда у всех происходит. И я интуитивно понимала, что моя кошка загибается. И мы заморочились, много денег отдали, и все анализы. Она у нас британская, любимая. Вот. И, конечно, мы не могли позволить видеть, как у нее умирает сложно. Животное, умирает, конечно, да. Конечно. Ну все, анализы сдали, вроде все в норме, ну более-менее, понятно, лишний вес, тра-та-та, врач говорит, сменить срочно корм, есть та же, но для похудения. Ну хорошо, и короче говоря, Володя приносит еще и вот этот корм, и сколько вот нам хватило этой пачки, ну на 2 недели я растянула, действительно... Разница колоссальная, потому что глаза не гноятся, не слезятся, а она все такая же, в общем, подвижная. И я вижу, что с пищеварением у нее все в порядке. Конечно, кошка у вас просто впервые за долгие вот эти месяцы жизни получила те, да, минералы, в первую очередь микроэлементы, которые она раньше просто не получала. А животные очень быстро восстанавливаются, если просто правильно поставить в организм нужные, причем в нужной усвояемой форме питательные вещества. Ну, до этого ветеринар, конечно, ставил некоторые инъекции, мы полечили ушки, в общем... Ну, это целая индустрия, понятно, и денег немало отдали. Индустрия, ну, я отдала где-то 1015 вот на все и это. И вот когда люди говорят, что дорого, вот потом все будет дороже, да еще не говоря абсолютно о горе и о... А сколько время ты едешь, каждый день эти инъекции конечно ставишь. Ой. И если все это перевести на деньги, то есть монетизировать, даже не беря в голову, но в расчет самую главную составляющую, этическую и прочую составляющую, то вот это, конечно, займет все равно больше денег. Да. Спасибо. В общем, в общем, вам нравится корм? Да. У нас сейчас акция в школе у сына. Помогите собакам, и они корма собирают. Я Володе говорю, может быть, вот этот корм купим?
что, говорит, там не оценят. Ну, в смысле, оценят, но заберут себе, и этот корм просто не дойдет до этих собак, которые приют. Да. И, наверное, мы, конечно, ну, для акции купим недорогой из магазина, но нашу кошечку мы будем кормить теперь этим кормом. Ну, что ж, благодарю вас за отзыв. Вот тем важнее ценить, чтобы вот именно владельцы, сами хозяева кошечек и собачек говорили, а вот то, что есть. А нам приходят отзывы, они все восхитительные, все, вообще без исключения. То есть мы, ну, можно сказать, превзошли, ну, можно сказать, что это наши ожидания. Спасибо. И вам всего хорошего. Пользуйтесь на здоровье.